Привет, друзья, на связи Печной Вася Александр Бушуев. Занимаюсь складкой печи каминов барбекю с 2004 года. Также делаю на заказ порядовки. В основном почему-то заказывают банные печи. Так вот, сегодня у нас 16 сентября 2019 года. Мы вышли на кладку колпаковой печи. Заходи, заходи, не бойся. Вот, термос, значит, штукует кирпич, моет, отмывает. Нормально все работает? Ничего не там, не бьет болгарка, не вибрирует. Все хорошо. Итак, с чего я начинаю работу? Итак, у нас подготовлен кирпич. Помещение тоже все подготовил, везде повешал свет. Дальше, значит, у нас есть балка. От балки я отвешиваю, ставлю черточку, меряю расстояние между балок и начинаю половинить, чтобы с двух сторон был одинаковый зазор, чтобы труба пошла ровненько, чтобы с обеих сторон было одинаковое расстояние, чтобы потом все это можно было заизолировать. Вот. Дальше, значит, я беру какую-то стенку, например, ну, базовую, и от нее переношу параллель и начинаю первую линию строить, и потом уже делаю прямые углы. До этого здесь была печка, вот такая. Вот, мы ее сломали за один день. Фундамент хороший, я положил гидроизоляцию. Дальше на гидроизоляцию я буду класть первый ряд. Цемент я не буду использовать, потому что шовчик будет тоненький. Ну, в принципе, у меня цемент есть, если нужно будет где-то горизонт выровнять больше, чем 1.5 сантиметра, я буду добавлять цемент. Можно класть на песчаный цементный раствор, но вертикальные швы нужно сразу будет делать на тот раствор, на который будет вестись основная кладка, потому что глино-цементный раствор вам не даст прожать вертикальный шов, и у вас, соответственно, габариты печи увеличатся. Этот момент нужно учитывать. Ну и также не забывайте про обратную катность. Ну, сейчас покажу все. Погнали! Итак, значит, я сделал переменную параллель, перенес от стенки, от задней. Но тут получается не совсем все четко в параллели. В общем, вырез один, фундамент по-другому залит, балки по-третьему лежат. В общем, я беру что-то среднее и начинаю укладывать с верхней самой точки. Нахожу верхний кирпич. В данном случае у меня вот этот кирпич является верхним. Беру кельму. Намазываю, начинаю укладывать его. То есть верхний кирпич нужно стараться как можно ниже утопить, проколотить. Все, он у меня лег на самое дно, как говорится. Сразу подрезаю, чтобы он побыстрее подсох. Я кладу следующий угловой. Здесь я уже буду раствора класть побольше. Думаю, вот такого слоя должно хватить. Сейчас вот забиваю плоскость у него. Вот эту, да, чтобы он был. У меня угол шел в плоскости. Дальше, значит, я буду класть. Этот у меня уже подхватился, я от него сейчас начну класть этот кирпич. Так, следующий кирпич. Не понимаю печников, которые мажут только один кирпич с двух сторон.
начинаем строить прямые углы. Первый ряд я положил. Проверяем диагональку. Допускается до 5 мм. Разница. У меня 4 мм в этот раз получилось. Значит, смотрите, у меня получается печка. Так, 3,5 кирпича, так 4,5. Это очень идеально. В плане, для тех, кто не знает. Если было бы 4 кирпича. Вот так вот. Я сейчас раскладываю со швами сразу. Со своими. То есть вот. На чем можно попасть очень сильно. Мы начинаем класть, ну, например, размер печи 4 на 3, например, кирпича. И неопытный мастер начинает класть 4 кирпича. Все, он нам параллельно отметил. Понял, как две линию прямую надо задать. Положил 4 кирпича. Начинаю класть второй ряд. Главы положил. Отсюда гоню тоненький шов свой. Два. И он кладет третий кирпич. Со швом. С тоненьким, с обычным. А здесь получает уже 3 шва. И так поэтому, чтобы вот этой обратной кратности учитывать ее нужно, эту обратную кратность. Если кладете первый ряд вот такой вот из цельных кирпичей, то нужно сначала где-то разложить насухо вот так вот кирпич, ряд, линию, померить размер и один кирпич сделать подрезку. Ну, как правило, это сантиметр. Ну, опять же, всегда партия у кирпича разная, поэтому нужно всегда помнить про это и всегда делать подрезку. Итак, значит, кладем второй ряд. Ну, собственно, повторяем и первый, ничего тут такого нету. В этот ряд я уже поставлю дверку, и здесь уже начнется канал. В третий ряд мы ставим дверку. Дверку я ставлю на проволоку, никуда она не денется. Температур тут нету. Можно ставить на подвесы. Значит, здесь еще у нас сразу формируется, поскольку канал, то нужно ставить прочистные. Я прочистные дверки ставить не буду, я поставлю закладные. Между дверкой, между железом и кирпичом я всегда делаю минимальный зазор 5 мм. Значит, далее у нас получается эта вот стена, которая внутри, она к периметру обязательно должна прокладываться через базальтовый картон. Необходимо контролировать ширину канала, чтобы она везде была одинаковая. Так, значит, дверку я поставил. Показываю зазорчики. Видно, да? Есть. Тут тоже есть. Здесь у нас будет, в общем, колпак. Здоровенный такой колпачина будет. С этой стороны будет подъемный канал. Кальпачина. Колпачина, да. Как альпачина, прям колпачина. Будет большой подъемный канал. Я немножко срежу угол, чтобы газы побыстрее заворачивались, меньше сопротивления им было. Вот, мы не забываем прокладывать базаль там и там. Ну, назовем это пятой стенкой нашей внутри печи. Значит, я вырезал клин для перекрытия дверки. Один уже положил, второй сейчас буду укладывать. И сейчас еще термос мне вырежет. Значит, здесь я сделал клин, кирпич обрезал. Где-то у меня в этом месте будет заканчиваться. Так вот он ляжет симметрично. Выбрано под дверку, выбрано под проволоку. Сейчас буду укладывать. Так, значит, сейчас мы ставим клин. Вот он клин. Здесь тоже перекрываем. Здесь делаем подачу кислорода для обдува стекла. Шовчик. Сейчас ставлю клин. Есть товарищи, которые пишут, что надо насухо укладывать его. Он так не работает. Нужно. Кто-то пишет, нужно на калиновую вату укладывать. Ребята, вы что, блядь? Вы что несете? Какие нахрен, блядь?
Ой, какие насухо! Вы где вообще встречали, чтобы раствор, кладка велась без заполнения швов? Какие калиновые ваты? Может, на первую еще на монтажную запенить? Давайте ерунду не пишите в комментариях. Думайте головой, что пишете. Смысл раствора передать нагрузку равномерно на всю плоскость. Основание топливника из огнеупорного кирпича я использовал ШБ-8. Весь периметр у нас уплотнен базальтом. Это нужно для того, чтобы когда ядро нагреется, не выдавило периметр, кладку не нарушило. Так, я изначально хотел сделать одноколпаковую печку, потом решил сделать с нижним каналом, а сейчас решил сделать двухколпаковую. Поэтому тут несколько вариантов есть. Все здесь будет зависеть уже от того, где у вас труба выходит. У нас труба выходит по этому углу, поэтому все-таки двухколпаковая печь будет получше. Да, еще такой момент. Холостниковую решетку кладем, делаем, значит, зазор минимальный по 5 мм на сторону. Вот, и обратите внимание, холостниковую решетку положил горбом кверху. Более внимательные подписчики моего канала знают, что колосниковые решетки кладутся наоборот. И у меня, собственно, к вам вопрос, почему здесь я положил вот так вот. Ну, я думаю, быстро поймете, быстро напишите правильный ответ. Вы уже же не диванный эксперт, вы уже нахватались теории от меня. Пишите комментарий, почему так. А, ну видите, да, еще разрядил. Можно полностью разрядить решетку, чтобы она так как напряжение не сильно не копилось, не вело ее по-всякому. Вот у меня край дверки получается. И это у меня зазоры. Где будет стоять у меня утеплитель. Сформировался топливник уже. Колпак такой большущий, да? Прям как вы любите. Колпачино.